stvari sredinu, to baš pomagaju. Veš? Da, ja znam. Čovjek iz sredinu, kako je nam pomagao. Nije, da. Но там еще они просто так дружат, плюс еще кто-то там просто родственники, одни живут ближе к одной тренировочной базе, другие другой. Поэтому как бы они там, может, вообще родственники, но выступают в разных командах и помогают друг другу. Вот тот, который слышал за отсылком, это не сенс. А, знаешь, даже некоторых по именам они уже знают. Нагрузились прилично.
Как полезнее, собственно, надо же. Уже выгоревшие такие рубахи у них, смотри. Почти белые, почти, да? Выгоревшие. Остались. Вот сколько народу начали сюда. Сложно было карабина. Знаешь, конечно, грязную пятку. Смотри, они параллельно сразу внутреннюю строят. Не укрепляют тебя. Не, это просто 5 человек на уровне они строят. То есть это строится как башня из 3, плюс тебе пристраивается башня из 2. Тут не будет в центре отдельной. Не, ну это надежно, но зато не вышло. Дети буксуют на дороге наверх. Детей мелких очень много, и они этим боятся. Но если бы они были большие, их бы сложно было держать. Они медленно делают, и чем дольше они делают, тем больше шансов, что кто-то не выдержит. Давай, молодцы, молодцы. Можно ронять. Главное вовремя руку поднять, да, Серега? Считается, что момент коронации – это когда руку поднимают. Понятно, понятно. О, вот как. Нет, как мартышка. Чик-чик-чик-чик. Оп, браво. Дурак, Олег, а? Да вот этот сизый голубь. Картоша.